Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего тихой охоты нашей. Да. Резюме, так сказать. То есть дожди прошли в нашем регионе. Грибы появились, но их очень мало. За все время, вот мы потратили 3 часа, ходили по нашим местам, мы нашли один подосиновик, второй, третий маленький, сейчас покажу, третий такой, ну, красивый, но маленький, это был самый первый, да. Нашли еще, показываю, тоже подосиновик. В основном пошли подосиновики. Затем мы заехали еще на один участочек. И здесь мы нашли, вот начинаются маслята. Молоденькие такие, прекрасные. 2 маслячка. Ну и, конечно, мы взяли 1 сыроежку. Грибов мало. Если раньше, когда грибы начинаются, понятно, что у нас было очень сухо в нашем регионе, поэтому скажем так, что может недельки через 2 они появятся. Вот такой еще маслячок нашли, тоже маленький. Когда их много, тогда их тяжело чистить. Но когда их 2 штучки, тогда можно и взять маленькие. Обычно мы маленькие не берем. Итого мы нашли за 3 часа нашей тихой охоты. Мы нашли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 грибочков. 8. На сковородочку хватит. Ну, скажем так, что в нашем регионе потихонечку грибы начались. Не так, как хотелось бы, но все-таки землю промочило. Землю промочило немножко. Лес влажный, мокрый, грибами пахнет, но грибов нет. Все-таки было очень засушливое лето, сухая зима, поэтому их мало. Но есть. Надеюсь, что через 2 недели их будет больше. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире.